Архитектор Александр Жук, автор проекта нового здания ТЮЗа. С мая 1962 года ТЮЗ занимает специально выстроенное для него здание с залом на 1000 мест. Новый театр расположен в глубине площади, раскрытой к Загородному проспекту. Площадь организовали на месте бывшего Семеновского плаца, где когда-то хотели казнить Достоевского, а потом помиловали. Потом там был ипподром. Позади театра размещен небольшой подсобный корпус дугообразной формы. Внутренняя структура здания спроектирована в соответствии с творческими замыслами Брянцева, актера, режиссера, основателя ТЮЗа в 1922 году. В проекте были учтены особенности детской аудитории, и это определило характер архитектурно-планировочного решения здания. В нижнем фойе гардероб, верхнее фойе пронизано светом, к нему примыкает зимний сад с тропическими растениями. Тенденция сближения зрителя и сценического действия привлекательна для детского театра. Зрительный зал амфитеатром окружает сцену, оснащенную барабанным кругом с тремя подъемно-спусковыми площадками. Занавеса, как в привычном театре, нет. Противопожарный занавес выведен на авансцену. В соответствии с типом сцены, актерские помещения и выходы на сцену приближены к залу. То есть актеры выходили на сцену во время спектакля через зрительный зал. Интересно цветовое решение театра. Здание облицовано известняком, охристый тон которого сочетается со светло-желтой окраской вестибюля. Светло-зеленый тон стен, зелено-голубых сидений и золотистой текстуры дерева, характерной для цветовой гаммы зрительного зала, тонко увязан с колоритом других помещений. Образ театрального здания созвучен архитектуре 1960-х годов. Здание поставлено на высокий стилобат, столбы-пилоны, заключенные в широкое обрамление, образуют лоджию.